Экономика роботов способна ответить на несколько довольно интересных вопросов. Как полностью автоматизированному заводу, находящемуся за вашим окном, понять, что вы хотите? Каким образом обеспечить передачу права собственности в процессе производства и логистики, когда в этом процессе не участвует человек? Как обеспечить взаимодействие между роботами двух различных корпораций? Как взимать налоги с роботов и что считать отдельной роботизированной единицей? Наши трехлетние исследования позволяют ответить на данные вопросы внедрением прямых экономических взаимоотношений между человеком и роботом на основании унифицированного контракта обязательства робота. Когда мы говорим об экономике роботов, ее невозможно рассматривать без взаимодействия робота и цифровой экономической среды. Для этого в рамках проекта AIRA мы разрабатываем стандарты, которые позволяют рассматривать взаимодействие робота и криптографической системы на основе блокчейн. Одним из первых проектов в этой области – это проект AIRA Rosbridge. Он позволяет рассматривать взаимодействие умного контракта Ethereum с робототехнической системой так, как если бы он являлся ее частью. ROS добавляет ценность любому проекту, в котором он используется. Так как он предоставляет сразу большое количество пакетов, которые могут быть подключены к вашей системе. Это техническое зрение, локализация, обработка речи. При этом Robot Operating System имеет большое сообщество энтузиастов, которые развивают данный проект и занимаются его поддержкой, подключая все новые и новые роботы, которые могут использоваться с данной системой. Распределенность и модульность этой системы позволяет работать как с маленькими роботами, так и с большими индустриями, возможно, целыми заводами. При этом программное обеспечение распространяется под открытой лицензией BSD.